Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики. Проблема засыпания очень остро стоит у многих жителей нашей прекрасной планеты. Люди не могут заснуть час, два, три, но потом, когда они засыпают, они спят отлично. И я продолжаю свою небольшую, но очень популярную серию для таких людей. И все эти видео направлены на достижение этой цели. Быстрое засыпание. Ссылка на этот плейлист, где я собрал уже несколько очень хороших упражнений и рецептов, появится в конце этого видео. А методика на сегодня такая. Мы будем делать три упражнения. После того, как вы сделали один круг этих упражнений, необходимо буквально где-то секунд 10-15, просто расслабившись, полежать. И заново второй раз повторяем. Как правило, этого хватает, но может быть понадобится еще один круг данных трех упражнений. Итак, мы будем работать с точками на лице. Время работы с каждой точкой примерно 30 секунд. Когда вы лежите, хорошо расслабляетесь, закрываете глаза и начинаете работать с этими упражнениями, с этими точками. Упражнение номер один. Берем, разогреваем руки хорошо, чтобы они были горячие, и начинаем с мочки ушей. И вот такими движениями легенько массируем их. Поработали с нижней частью, немножечко поднимаемся выше. Поработали здесь 20-30 секунд, массируя. Массировать надо по кругу, именно по часовой стрелке. Вот так. Вот так. Поднимаемся дальше. И так по 20-30 секунд, 4-5 позиций на ушах, поднимаемся к самому верху. Заканчиваем работать с ушами вот на высшей точке. По кругу осторожно массируя верхнюю точку на наших ушных раковинах. Далее, буквально 10 секунд ждем. Далее, пальцем берем между бровями точку и начинаем ее также массировать. Не забывайте, по часовой стрелке. Можно даже немножечко надавливать, типа как вкручиваете винт. Это было второе упражнение. И третье. Крайнее упражнение. Все то же самое, только уже двумя пальцами по часовой стрелке делаем в височной области, расслабившись и не открывая глаза. Пытаясь заснуть, повторяем по кругу два раза эти упражнения. Если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить, написать комментарий, а также поделиться этим роликом со своими друзьями. Они также хотят быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще!